период обострения простудных заболеваний насморк очень часто изводит, и не знаешь уже, какие средства использовать, чтобы его вылечить. Залечивание этого процесса неправильными средствами только усугубляет ситуацию. Есть одно средство против насморка, эффективное даже тогда, когда все испробовано. И это отвар лаврового листа. Снова и снова мы возвращаемся к нему. Для приготовления отвара нужно 4 листочка лаврушки среднего размера. Их надо залить 1 литром воды и прокипятить в течение 5 минут. Затем оставить на 30 минут, чтобы отстояться. Оставшийся отвар готов к использованию. Лавровым отваром надо промывать нос в течение дня. Для этого нужно сделать ватные жгутики, обмакнуть их в отвар и промывать полость носа. Жгутики надо держать в каждой ноздре не более 10 секунд. Процедуру надо делать каждый час. На следующий день от насморка не будет и следа. Отвар лаврового листа является абсолютно безопасным. Его можно применять и при лечении насморка у детей. Курс такой же – 1 день. Отвар лаврового листа обладает противовоспалительным действием, поэтому при лечении насморка эффект наступает очень быстро. Единственная сложность – это частота проведения процедур, но потратив 1 день на лечение на завтра, от насморка не будет и напоминаний. Уважаемый друг, не забудь поставить лайк и поделиться этой записью со своими друзьями, а также подписаться и прокомментировать. До встречи в новом видео!